24 квартиры в селе Веденское сельского поселения Захаровское остались без отопления и горячей воды. Котельная, которая обслуживала дом 30А, выработала свой срок. Чтобы исправить эту неприятную ситуацию до наступления холодов, компания «Мособлгаз» при поддержке администрации сельского поселения Захаровское пообещали установить новое тепловое оборудование как можно быстрее. Жители обратились, можно сказать, совсем недавно, прошло месяца полтора-два. После обращения проблема, в общем-то, она не новая, и теплоснабжение здесь, в Веденском, оно уже неоднократно стояло на повестках дня. И вот сейчас, этим летом, мы все эти проблемы ликвидируем, будет построена новая котельная в сжатые сроки. Котельная агрокомплекса «Горки-2» просуществовала 40 лет, превысив срок эксплуатации по нормативам на одно десятилетие. После того, как она вышла из строя, жители села Веденское отчаиваться не стали. Они попросили помощи у генерального директора «Мособлгаза» Дмитрия Голубкова. Он незамедлительно откликнулся на обращение жителей и приехал лично проконтролировать строительные работы. Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич, за быструю реакцию, за человеческий подход к нам, за то, что он вошел в нашу ситуацию. Ну, естественно, быстро принял решение. На сегодняшний день все предпроектные работы завершены. Теперь предстоит построить около 90 метров нового газопровода и установить два котла наружного исполнения. Уже в конце лета планируется, что котельная будет сдана, а тепло пущено в дом. Юлия Евдокимова, Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».